Рысанян. Перевод неплохой. А вот обыгрывать, наверное, не стоило здесь, потому что это риск ненужный. Неоправданный выход двое против одного. Ёрмарка, передача на партнера. Йокерит выходит вперед. Там ломает, по-моему, клюшку Педан, да? Ну, что теперь сделаешь? Это Педан уже... его потеря, да, в районе синей линии. И пока это то, как Сочи. Йокерит забивает в сегодняшнем матче. Дожидаются ошибки защитников в районе синей линии и убегает в контратаку. На этот раз не один на один с Константином Барулиным, а 2-1. Ну и здесь все сделали здорово. Нападающие Йокерита. Это причем... Вот зачем полез? Зачем ошибка. Стал обыгрывать? Да, но хотелось считал, да, что пространство у него достаточно для того, чтобы сохранить шайбу в этой ситуации. Руслан Педан. Но Ёрмака показал, что это не так. В результате убежали в контратаку. И дебют в плей-офф для Оли Пауэлла, которого нам сейчас показывают, получается просто великолепный. Третья его игра в плей-офф. Собственно говоря, три первые игры в плей-офф. И три заброшенные шайбы. Ну вот. Одна результативная передача.